20 апреля отмечается День китайского языка, который входит в шестерку официальных рабочих языков ООН. Китайский – второй в мире язык по популярности. Китайский считается одним из самых древних языков. Китайский язык отличается большим количеством диалектов, которые разбиты на 10, а по другим данным 12 диалектных групп. При этом отличия между диалектами подчас бывают столь велики, что жители одной провинции Китая не в состоянии понимать жителей другой. Чем еще знаменит китайский язык, так это своими иероглифами. Считается, что их существует более 40 тысяч. Впрочем, многие из них сегодня почти не используются и встречаются исключительно в древней литературе. Для повседневной же жизни вполне достаточно знания до 5000 иероглифов. Считается, что такого числа хватит. Многие иероглифы исключительно похожи друг на друга, отличаясь порой только одной черточкой. А все потому, что при их образовании используются одни и те же основы, называемые радикалами. В мире на китайском языке говорят свыше 1 миллиарда человек.